Водители Ниссана и Лады не пропустили пешеходов. Нарушители попали в объектив камеры видеорегистратора. За невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам на водителей были составлены протоколы. Это нарушение влечет штраф в размере 10-месячных расчетных показателей. Личность молодого человека, прыгающего с моста, установили полицейские. Во время мониторинга соцсетей полицейских Туркестанской области заинтересовало это видео. Парень прыгнул с моста, возможно, поспорив с приятелем. Выяснилось, что инцидент произошел ночью 1 апреля на реке Аксу возле поселка Аксукент. Оказалось, что никакого спора на деньги не было. Видео односельчане сняли для ТикТока. Молодые люди выразили сожаление по поводу случившегося и пообещали впредь этого не делать. Приносим свои извинения за то, что сделали. Это был необдуманный поступок. Больше такого не повторится. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля в 21:30 по Ташкентской трассе. В сторону авторынка в одном направлении двигались 4 автомашины. В какой-то момент, не справившись с управлением, водитель «Лексуса» врезался в движущуюся впереди «Нексию». Та по инерции зацепила еще 3 автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Нексии». Врачи отвезли его в больницу, оказали помощь и отправили домой. Недалеко от первого места аварии по Ташкентской трассе через полчаса столкнулись 3 автомашины – ВАЗ, Обель и Тойота. Все автомобили двигались в одну сторону, пострадавших нет. Ребенок сломал стекло в зоопарке. Инцидент произошел 4 апреля. Семья, посетившая зоопарк, проигнорировала предупреждения, написанные на табличках. Маленькая девочка несколько раз ударила камнем в стекло вольера, за которым содержались приматы. Родители, увидев случившееся, спешно покинули зоопарк. Если ответственные за поведение маленького ребенка не придут с повинной, администрация зоопарка намерена обратиться в полицию. Утро первому на месте.